Здорово, народ! Сегодня я расскажу вам об очень крутых шлепках от его воздушества под названием Jordan Superfly. Но для начала я поведаю вам о том, как я докатился до такой жизни. Это я о том, что рассказываю вам о шлепках в середине октября, когда все нормальные люди начинают уже задумываться о покупке валенок. Просто буквально на днях я вернулся из Греции, где пользовал их по полной программе. И они произвели на меня настолько сильное впечатление, что я просто не мог им с вами не поделиться. Да, и пока я не начал, отмечу, что с их приобретением мне подсобил классный магазин Sneaker Health, который существует в ВК аж с 2015 года и имеет уже более 2000 отзывов. И, что самое главное, торгует исключительно качественным оригинальным товаром. Отдельно акцентирую на этом ваше внимание. Вообще, ребят, задолго до того, как начать сотрудничать с магазином Sneaker Help, я был их клиентом и приобрел у них несколько пар баскетбольных кроссовок, некоторые из которых вы могли видеть в моих обзорах. Так вот, они до сих пор служат мне верой и правдой. Да, и пока не забыл, при заказе, ссылаясь на меня, вы получаете гарантированную скидку 300 рублей на любой заказ. Ссылку на магазин я непременно оставлю в описании под видео. Но вернемся же к шлепкам. Честно признаюсь, до недавнего времени я понимал в них ровным счетом нихуя. Я, конечно же, видел вот эту симпатичнейшую серию Hydra от его воздушества. Но неизменно конский ценник и кажущаяся их непрактичность как-то отпугивали меня. Также этим летом я имел неудовольствие попробовать вьетнамки. Не стану вдаваться в подробности. Просто надеюсь, что для их изобретателя в аду уже зарезервирован персональный котел с горящей водой и парочкой особо злобных чертей. При этом моя эволюция закончилась вот на этих моих шлепках, приобретенных еще до кризиса. Нет, вы не поняли, до того кризиса, когда доллар стоил еще 6 рублей. Понимаете, да, насколько давно это было? Но перемкнуло меня этим летом, когда мы путешествовали по Крыму с моим другом Big D, не так давно представившим свой обзор на эти же самые шлепки. Непременно гляньте, кину на него ссылочку в описании. Забавно, что я даже успел потроллить Димона по поводу того, что он так вовремя представил свой обзор на стельки уже по окончанию лета. Так вот, во время поездки он как-то дал мне примерить его эти сланцы. И это разделило мою жизнь на до и после. Кроме шуток, я никогда не пробовал подобных сланцев. Они были настолько мягкие и комфортные, что мне, честно говоря, даже хотелось их у него отжать. Меня не только не смущал их большой размер. У меня девятка, у Димона 12. Но и тот факт, что мы приехали за 1000 километров на Димкиной тачке. Короче, с тех пор я загорелся их приобретением. Но, к сожалению, в большинстве проверенных магазинов их уже не было в моем стандартном 9 размере, что меня очень сильно расстроило. К счастью, я их нашел таки в Sneaker Help, в такой вот расцветке. Кто-то скажет, что серый скучный и унылый colorway, на что я не соглашусь и с уверенностью заявлю, что это очень практичный colorway, к тому же Elephant Print. И пока я не перешел к их подробному обзору, расскажу, как обычно мы путешествуем с моей супругой. Те из вас, кто подписан на меня в социалках, знают, что обычно мы как два сумасшедших сайгака скачем с места на место, за день проходя десятки километров. В результате, выходя из отеля, приходилось брать с собой дополнительные шлепки, либо ограничиваться лишь кроссовками. Но и в том, и в другом случае это вызывало определенные неудобства. В этот раз в Греции кроссы я не надевал ни разу, только прилетел в них. Все остальное время на моих ногах были вот эти сланцы. Представляете, 15-17 километров в день в сланцах. Да не вопрос, хоть все 20. Как-то раз было и такое. Так вот, никаких проблем. Ноги не гудели, им было очень комфортно. Попробуйте-ка пройти 15 километров в неудобных шлепках. Да чего уж там, в неудобных кроссах. А на следующий день еще столько же. И я посмотрю потом на ваши ноги. Уверен, все дело в особенностях строения этих сланцев. Взгляните, нижняя их часть представлена более жесткой и плотной резиной, устойчивой к износу. Тогда как их верх из приятного очень мягкого пружинищего материала. Я не могу сказать на 100%, но по ощущениям это какая-то разновидность пилона, которую мы можем видеть в игровых моделях. И как вы поняли, амортизация оказалась просто превосходна. Карабкался ли я по скалам, каменным лестницам и горным дорогам, обильно сдобренным козьим дерьмом? Ходил ли по пляжу с приятным
приятной средиземноморской морской водой, либо по сухому песку с жесткими колючками, пробирался ли через бесконечные толпы шумных немецких туристов или наслаждался прелестями старого древнегреческого города, прохаживаясь по его мостовой. Неважно, где и как я бродил, ведь на моих ногах неизменно были вот эти замечательные шлепки. И моим ногам было очень комфортно. Вообще всегда. Да, в этих джордановских сланцах мне никогда не приходилось идти на компромиссы. Чего не скажешь о моей супруге, которая как-то не надела носки из-за жары и в итоге ей натерла мизинец. Я же ни разу не схлопотал натирание. Наверное, все потому, что та часть, что покрывает тыльную поверхность стопы, выполнена из того же самого приятного материала. Поэтому, независимо от степени влажности моей ноги и наличию на ее поверхности песка, за весь день натирание не возникало. Да, в шлепках Jordan Superfly мои ноги не испытывали никакой жары, потому как они, шлепки, содержат многочисленные вентиляционные отверстия, расположенные не только сверху на тыльной поверхности стопы, но и на подошве. В итоге моя стопа обдувалась вообще со всех сторон. Думаю, излишним будет говорить, что даже в самые жаркие дни я неизменно получал крутую вентиляцию и, как следствие, сухие ноги. К сожалению, в этом есть и небольшой минус, так как при ходьбе, особенно по мелким камням, они умудрялись проникать вот в эти вот вентиляционные отверстия, периодически впивались в ногу, вызывая определенный дискомфорт, приходилось останавливаться и доставать их оттуда. Но, честно говоря, за все время подобное случалось лишь пару раз. Да, камни почти всегда забивались и в более крупные прорези в подошве, откуда они, к слову сказать, удалялись буквально на раз. Также я хотел бы отметить, что благодаря вышеназванным прорезям на подошве данных шлепок обеспечивается неплохая сцепка на гладких поверхностях. Будучи на скользком полу возле бассейна, у меня не возникало серьезного скольжения. Вообще, лично для меня данные шлепки от Jordan стали настоящим идеальным выбором. На поездке, когда долгие пешие прогулки и осмотры достопримечательностей приходилось сочетать с заходами на пляж. В них не нужно было идти ни на какие компромиссы, ведь выбрав их, я получал очень удобную и комфортную обувь, которая не подведет даже на длительной дистанции, и тупо очень приятные и практичные шлепки, в которых здорово тусовать как на пляжу, так и у бассейна. Короче, очень крутая вещь, которой я явно буду наслаждаться еще не один год, в чем вы сами сможете убедиться, если и дальше будете следить за мной в социалках. Завершить данный видос хотелось на позитивной ноте. К сожалению, вы не смотрите мои влоги, но не показать вам самые замечательные моменты этой поездки было просто выше моих сил. Так что я с вами прощаюсь, бегло напомнив вам всю важность подписки и нажатия на колокольчик. И оставляю вас наедине с красотами Родоса и ближайших греческих островов. Всем удачи и увидимся!